стадиона Вилла Парк. Игра ожидается упорная. И выпустил сразу трех опорников. И давайте смотреть, принесет ли это команде успех. Итак, состав Тоттенхэма. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Стадиона Вилла Парк. Игра ожидается упорная. И выпустил сразу трех опорников. И давайте смотреть, принесет ли это команде успех. Итак, состав Тоттенхэма. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Стадиона Вилла Парк. Игра ожидается упорная. И выпустил сразу трех опорников. И давайте смотреть, принесет ли это команде успех. Итак, состав Тоттенхэма. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Стадиона Вилла Парк. Игра ожидается упорная. И выпустил сразу трех опорников. И давайте смотреть, принесет ли это команде успех. Итак, состав Тоттенхэма. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Стадиона Вилла Парк. Игра ожидается упорная. И выпустил сразу трех опорников. И давайте смотреть, принесет ли это команде успех. Итак, состав Тоттенхэма. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Первый тайм начался. Дембеле. Харри Кейн. Эрик Дайер. Кристиан Эриксен. Киран Трипьер. Кристиан Эриксен. И выносится мяч из штрафной. Нужен навес. Делли Алли. И угловой в пользу Тоттенхэма. И выпустил сразу трех опорников. И давайте смотреть, принесет ли это команде успех. Итак, состав Тоттенхэма. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Стадиона Вилла Парк. Игра ожидается упорная. И выпустил сразу трех опорников. И давайте смотреть, принесет ли это команде успех. Итак, состав Тоттенхэма. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Стадиона Вилла Парк. Игра ожидается упорная. И выпустил сразу трех опорников. И давайте смотреть, принесет ли это команде успех.
Итак, состав Тоттенхэма. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Первый тайм начался. Дембеле, Харри Кейн, Эрик Дайер. Кристиан Эриксен. Киран Трипьер. Кристиан Эриксен. И выносится мяч из штрафной. Нужен навес. Делли Алли. И угловой в пользу Тоттенхэма. И выпустил сразу трех опорников. И давайте смотреть, принесет ли это команде успех. Итак, состав Тоттенхэма. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Стадиона Вилла Парк. Игра ожидается упорная. И выпустил сразу трех опорников. И давайте смотреть, принесет ли это команде успех. Итак, состав Тоттенхэма. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Стадиона Вилла Парк. Игра ожидается упорная. И выпустил сразу трех опорников. И давайте смотреть, принесет ли это команде успех. Итак, состав Тоттенхэма. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Стадиона Вилла Парк. Игра ожидается упорная. И выпустил сразу трех опорников. И давайте смотреть, принесет ли это команде успех. Итак, состав Тоттенхэма. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. И выпустил сразу трех опорников. И давайте смотреть, принесет ли это команде успех. Итак, состав Тоттенхэма. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Стадиона Вилла Парк. Игра ожидается упорная. И выпустил сразу трех опорников. И давайте смотреть, принесет ли это команде успех. Итак, состав Тоттенхэма. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Стадиона Вилла Парк. Игра ожидается упорная. И выпустил сразу трех опорников. И давайте смотреть, принесет ли это команде успех. Итак, состав Тоттенхэма. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель.
стадиона Вилла Парк. Игра ожидается упорная. И выпустил сразу трех опорников. И давайте смотреть, принесет ли это команде успех. Итак, состав Тоттенхэма. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель.